Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер, и добро пожаловать на канал! Мы сегодня вместе с вами продолжаем проходить уровни в игре «Курс Снага», где мы вместе с вами выступаем в роли последнего гоблина, зеленого монстра, который пытается мстить людям. А людей здесь много, как вы видите, с правой стороны 20 человек, которых мы должны завалить. И сегодня мы будем проходить уровни дальше на новых картах, и будет все интересно. Поэтому обязательно ставьте лайк, присаживайтесь поудобнее. И что ж, поехали. У нас есть какая-то речка-вонючка. Мы такие, какой крутой гоблин, сейчас всех загрим. И он, говорим, а ты нас не догонишь. Также мне писали в комментариях, говорят, Воблер, здесь можно бросать оружие. И типа все круто, да, ребята, есть у нас... Мы можем кидать на кнопочку F. Вот так вот замахиваешься. И видите, они оружие отбили. Теперь я без оружия. А-а-а, надо убегать, что же делать. Но зато у нас есть нога. Вот такая вот крутая нога. Нога, конечно, круто, только... Они же могут нас, ребята, тоже неплохо завалить. Пошли отсюда чисто ногами, без оружия. Называется челлендж. Пройди уровень без оружия, а? Слабо? Пинками. Вот черт, а ну сюда их надо добивать. Правда, я не знаю, как мы без оружия будем добивать их. Слышь, уклоняется. А наши удары вообще наносят хоть какой-то урон? Пошел отсюда, ого. Хочу сказать, что один удар мы можем выдержать. А вот два удара, все, вы понимаете. То есть моему гоблину будет очень больно. И все, мы можем помереть. Смотри, какой меч у него хорош. Как мы будем вообще их убивать без оружия? Ё-моё, я не представляю. Мы их просто пинаем, они же не умирают. То есть, вы хотите сказать, что от такого удара им не больно, им просто все нипочем? Ладно, бросаем их, и давай мы побежим. Я видел, здесь внутри что-то лежит. Вот у нас есть. Ох, топорик. Мне кажется, или я загрел практически всех? Да, я такой, что могу и загреть. А что у нас тут еще есть? Что-то пеньки какие-то. Ладно, не будем мы тут с ними возиться. Давай, будем просто всех рубить. Пошли отсюда. Слушай, он такой еще в тычке, тычок. А теперь рубим. Ох, у него был, подожди, какой-то золотой вообще клинок. Вы видели? Позолоченный. Вы рубили всех моих братишей, сестер. Ну все, видите? Доигрались, что называется. Здесь надо так вот поодиночку проходить. Всех валить. Желательно, чем меньше куча, тем лучше. Ладно. Ладно, подходи, подходи сюда. Смотри, золотой клинок у него. Хорош, хорош. Я тоже себе хочу такой. На. Отлично. Отлично, я хочу этот клинок. Этот мы можем выкинуть, допустим. О, вот он. Хорош, смотри какой. Мне он нравится. Привет, парниша. А знаете, в чем еще прикол? Если он такой ударяет, ты можешь так подставить, и чувак отлетит. Не, ну вот так вот, смотри. Не, не так. Ну, я вам как-то сегодня покажу. Отлично, пошел отсюда. О, бревнами их задавило. Ты кто такой? Я такой из-за дерева. Оп, оп. О, черт. Ты посмотри, какой удар был у него. Такой прям в прыжке. Слышишь, ты что такой крутой? Прыгаешь тут. Отлично, одного. Мы быстро пройдем эти уровни. Слышь, угинается. Ну. Давай, давай. Удар. Удар. Отбил. Отбил, гад. Его надо пнуть, вы поняли? Такой лежит, пока встает. Да! Броня у него тяжелая. Так, у нас еще может быть топорик, смотри. А, у нас уже есть. Этот мы давай выбросим. Вот так вот. А вот этот я хочу взять. О, вот он, топор. А вот тоже клинок хорош, смотри. Мы этот можем выбросить вот так вот. Черт, отбил он. А что этот клинок взять? Смотри, какой длинный. Вот гад. Не, хочу... А, у меня есть один золотой, один такой. Пошли отсюда. Лежишь? Красавчик, лежи дальше. Пока он там что-то стоял, ничего не заблокировал. Все, быстро проходим уровень, а они меня задолбали. Хочет ударить, ты посмотри. На. Пинком. Надо просто, пинаешь. Подходишь, добиваешь. Смотри, пока лежит. Отлично, смотри, тактика просто суперская. На. На. Быстро ты тут лежит. Чувак, все, зарезал. На. Черт, да отбил ты. Ага. А вдвоем. Отлетели. Его надо было вообще в речку, блин. На корм рыбами раком.
Пошел отсюда, я же гоблин. Я зеленый монстр. 7 человек, Асад. Привет, пацаны, что вы тут стоите в лесу? Что вы ждете? Патруль? Лесной патруль? Пошел гулять. Ты куда нарвался? Это же воблер-гоблин. Привет, парнишка. Ты угинайся, такой крутой, типа, говорит. Да я вообще крутой. А ну давай, куда ты отлетел? Так, минус уровень. Почти прошли. А, всех завалил. Да, последний остался. Где он? Где-то, ребята, остался. Вот он стоит такой тихонько. Посмотри, последний за деревом. Давай мы тихонько подойдем. Он меня услышал! С большим топором. Так, ого, у него кувалда какая. Отбил. Отбил. А тут завалил. Да, бзынь уровень. Смотри, как его откинуло. Добьем ногой. Пошел отсюда. Следующий левел, ребята, двигаемся. Победа, виктори. Все, мы не будем вот это с ними сисюкаться. Сразу меч, меня заметили. Стоп, ребята, я же был не готов. Я был не готов к этому. Слушай, а может мы их просто в воду запустим и все, смотри. Спарта! Пошел пошел рыбам на корм. Вот так вот. Спарта! 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 На лодку! Добиваем! Рыба! Обожаю рыбу! Спарта! Ну-ну-ну-ну, кто? Пошел гулять! Смотри! А мне нравится! О, черт! А, он тоже меня может в воду оттолкнуть! Хорошо! Не, ну в принципе тактика у нас была хорошая. Смотри. Сразу пошел. Тот, кто в воду не упал, надо сразу, чтобы его... Он, получается, утонет, да? Так, мы видим какие-то дракары, лодки. Черт! Слушай, нельзя пропускать их удары. Хорошо, все, сейчас будем быстро идти, смотри. Пошел. Они очень опасные. То есть он может неплохо нас таранить, вы поняли? Надо защищаться, надо вот так защищаться мечом, если что. Вы поняли? Вот он про что говорил, когда он ударил и отлетел. Ого, надо аккуратно, блин. Пошли отсюда вдвоем, а этого давай добьем. Отлично. Ага, еще 12 человек осталось. Смотри, как он лежит. Ты чё тут? Он живой, что ли? Он говорит, чё-чё? Пошел отсюда. Загорает, а то он спину ровняет. Оу! Больно ему как? Ладно, не будем трогать больное место. Как вы, пацаны, как вы тут? Ах ты чё-то... Слышишь? Ты чё? Ого! Что вы тут угинаетесь? Видели, как он хотел сходу меня ударить, вот этот чёрт? Отлично, кто там еще остался? Еще парочка, да? Движемся. Мне этот уровень нравится. Слушай, реально вода. Круто выглядит. Пошел. Нормально, пристани. Ты что задумался, дружище? Иди покупайся, лето. Это у нас пляж. Кто хочет покупаться? Большая стирка идет к вам. Отлично, я обожаю этот уровень. А куда он делся? Вот он. Это руки его, ноги лежат. То есть вода какая-то кислотная, зараженная вода. О, какие-то... Также мне писали, воблер, ты можешь брать в два оружия сразу. Мне тоже такое, ребятки, писали. А как брать в две руки сразу? Я не знаю, как брать две руки сразу. Может, надо два одинаковых брать? Чтобы в две руки сразу. Ну, видите, что так, что так. Ну, не знаю. Вот еще мечи, смотри. Ну, давай. Я хочу в него кинуть. Черт, он готов. Ох ты. Ого! Слушай, как он ударил. Сейчас мы его этим топориком, тесаком зарубим. Ну вот этот меч тоже хорош, смотри. О, это же у меня золотой.
Вот такой золотой. Ладно, давай вот эту байду выкинем куда-то, туда вдаль. Пусть летит. Вот этот длинный мне вообще нравится. То есть берешь в руку, чувствуешь, что у тебя в руках есть меч. Так, а есть сзади какие-то крутые. Почему здесь нету прокачки мечей? То есть такого. Здесь быстро получается, ты проходишь уровни и все. Еще 6 человек, кстати. О, какой лежит. Кто тут мечи раскидал? Вот стоит такой крутой. В броне, говорит, чё, как, чё, как. Отдыхай, дружище, не вставай. Все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, мы пройдем этот уровень. Ой, там их очень много. Так, что-то красное. По-моему, это варенье было. Ребята, вы любите варенье? Пишите в комментариях. Да сейчас, в принципе, варенье уже никто и не делает, наверное. Сейчас уже можно купить не варенье, а купить джем. Ого, такие прям вообще крутые. Слушай, ты чё, крутой тоже мне. Спарта, вот тебе. Слышь, ты тут двойной удар какой-то хотел сделать. Ты последний. Да. А мы можем еще по крышам прыгать, в принципе-то. Да, мы могли на крышу залезть. Все, мы все сделали. Уровень мы прошли. Виктор, следующий левел, ребята. Идем дальше, такие крутые. Ну, вы знаете, что мы очень прокачанные, ребята. Воу! Нормально! Вы видели? Он где-то сзади был. Он был сзади. Я его не видел. Вон сзади подкрался. Пошел отсюда водичку. Иди покупайся. Так, я взял меч. Пошел. Надо защита, чтобы была. Этого завалил. Еще. Ой-ой-ой. Я посмеялся, он ударил, короче. И сам отлетел. Вот дурачок. Надо быстро взять сюда. Надо вперед двигаться. Пошел отсюда. В воду. Как он вообще под этим наклоном ходит? Вообще, как вы ходите? Падай. Он не упал? Завалил его. Привет, как жизнь молодая? Ого! Ребята, я не был к этому готов, что вас так много будет идти за мной. Ребята, сложнее уровни становятся. Реально, смотри, меня просто окружили. Вот туда, идите все купайтесь. Девки в озере купались. Знаете этот прикол, да? Болт резиновый нашли. Пошел отсюда. Иди. Иди помойся, ты очень давно не мылся. Воблера. Меня просто наняли, говорят. Орк, поработай, пожалуйста. У нас солдаты много не мылись. Долго не мылись, говорят. Воняет, говорит, вообще. Вонючки, иди покупай их всех. Так, осталось еще 5 человек. Хи-хи, ха-ха, но мы уровень практически прошли. Главное в воду не свалиться, а то это будет довольно эпично и глупо, если взял сам и упал в воду. Ну хотя, ребята, это же воблер, это же я. Я могу так просто взять и сдохнуть, потому... В принципе, вы должны быть к этому готовы. Вот. Он как ракета полетел, вы видели? Так, 3 человека осталось. Привет, пацаны. Чё, как? Как у вас жизнь? Он закатом любуется. Я понял, иди. Одно дело любоваться закатом, другое дело купаться под закатом. Мне кажется, довольно круто. Так, кто тут еще? 2 перца осталось немытых. Пошел отсюда. Тут главное защиту перед собой ставить. Потому что если ты ее не ставишь, то все. Стоит что-то, задумался. Все, последний улетел. Боже мой, пинок это что-то с чем-то. То есть ты просто блокируешь и пинаешь воду. Круто и замечательно. Прошли уровень на изи, ребята, мне нравится. Мы такие вообще крутые. Что будет дальше? Так, что... Воу! Что это такое? Что за арена? Я не понял. Я слышу какие-то звуки. Кто-то что-то чем-то машет. И давайте я спрячусь. Я не могу туда залезть, потому что я очень большой. Так. Зарубим всех двоих. Что? Вот это все? Вот это уровень? А у меня еще время, типа, есть, за которое я должен их завалить. Да! Привет, пацаны! Привет! Бригада! Как вы тут поживаете? Все хорошо?
Как брать два оружия? Вот черт. А сзади еще кто-то машет. Ага. А я слышу вот эти звуки, блин. На. Да откуда вы вылазите? Вы задал... 9 человек? А почему их все больше и больше, ребята? Что происходит? Скажите мне, пожалуйста. Почему их 10? Я же вроде бы их всех убил. 11. А! Чем больше я завалю, наверное, тем лучше, да? Я понял. То есть сколько я завалю за это время? Спарта! Спарта! Ого! Завалил двоих. Спарта! Черт, меня сзади, сзади пинают! Пошел отсюда. Их очень много. 20 человек завалил. Да вы что ж такие живучие? Завалил. Это тоже упал, кстати. Я по нему чувак просто упал. Что ты сзади? Ох ты гад! Они живучие, они что, бессмертные? Да как я одного убиваю, еще приходят? Вы откуда вообще выходите-то? Сколько их еще будет? Ребята, если вы купили эту игру, пишите в комментариях, сколько на этом уровне вы прошли. Если не купили, ну и не покупайте, что могу сказать. Оно вам надо, говорится, да? 270 рублей тратить. Вы на канале Воблер можете посмотреть все. Спарта! Вот туда, Колья. Ох! Он тоже меня может слушать. Спарта! Так, где он упал? А, вот тут где-то он лежит. Двоих вы видели? Ушел гулять. Да откуда они? Слушай, они так быстро выходят. Я просто в шоке. Ты тут пинайся. Так, пинками лежит. Бьем. Это куча трупов, смотри. Вот это я даю жару. Вот это я просто творю чудеса. А? Разошелся. Вот воблер разошелся. Вот нечего было моих всех братишей и сестер валить. Теперь я всех убью. Рыцари вы гребаные. Вот, пинаем. Бьем. 40 человек, а? За время. Надо было 40 штук завалить. Все? Я задание выполнил. Нифига себе. 40 вырубил. Мне кажется, дальше уровни вообще будут жесткие. Так, мы были здесь. Я уже тут был. Я всех вообще покрошил. Что ноль? Снова время. Ладно. Последний левел. Где они? Их еще надо найти, оказывается. Вот они лазят. Ого, откуда вы взялись? Что за телепортация, пацаны? Ого! Вам не кажется, что вас как-то многовато, а? Боже мой! Ого! Слушайте, ребята, что происходит? Это вообще законно? Так. Мне кажется, что с этими уровнем будет все как-то не очень хорошо. Вы чувствуете у меня такое, ребята? Чуйка у меня такая. Знаете, что такое чуйка? Не знаете? Ну вот... Меч мне нужен. Мне нужно меч. О, взял топор какой-то. Хоть прикрываться буду. Черт, тут еще этот долгий. Это мне выжить надо или что мне надо? И все больше. О боже мой! Мне надо, наверное, продержаться. То есть мне не обязательно, может, их убивать. Может, я просто залезу вот и буду сидеть сверху фрукты есть и овощи. Вон, буду бухать. Пацаны, вы меня не найдете. Ой, черт, нашли они меня! О-о-о-о! Это было жестоко. Так, что мне надо делать? Ладно, беру меч. Ну, если его можно так назвать. Беру молот. Они сейчас появятся? Откуда вы тут пришли? Надо их, мне кажется, сразу валить. Чтоб они просто не собирались, вы поняли? Да чё их так дофига, а? В этот раз я буду аккуратней. Этот лежит, бьем. Этого бьем.
Вот лежит, бьем. Этого бьем. Этого бьем. Это просто дичь какая-то, слушай. Вот это просто мы их пилим. Что ты стал? Он такой, не хочу я подходить. Умный, чувак, я понимаю, что ты умный, но все. Ты же понимаешь, что тебя надо завалить. Так, время идет. Наверное, 40 человек надо дальше уработать. Давай мы. Этот сзади что-то прыгал. Пока этот лежит, валим. Так, бьем, пока он упал. Отлично. Догоняем. Бьем. Просто когда их по чуть-чуть, их удобнее валить. Кто следующий? Тут пришли. Ого, мне кажется, их как-то многовато. Ой, черт, а! Он сзади зашел. Сзади было больно. Я прям почувствовал, вот сзади как... Фух, так, что тут у нас? Ну, продержаться, я не понимаю, мне продержаться 3 минуты или надо завалить за 3 минуты всех? Ладно, давай мы сейчас. Надо смотреть, чтобы сзади никто не заходил. Так как смотреть, чтобы не заходил, если они заходят, а? Да, не просто, ребята. Вот я вижу, что у меня спина открыта. Я не знаю, что у меня за спиной происходит. А за спиной у меня еще он куча людей. Пока не лежат. Сзади тут машет гад. Пока он там упал, этого есть. Вот этого надо... Отлично. Пошел отсюда. Черт! Черт, сзади меня что-то есть. Надо прыгать, упрыгивать. Потому что я ничего не вижу. Ого, сзади... Я забаговал. Давайте где-то спрячемся. Мне надо, чтобы как-то все было понятно, с какой стороны они идут. Ну, короче, пока спереди иду, да? Боже мой, это ж дичь какая-то. О, упрыгиваем, я просто прыгаю. Фух, все покраснело. Может, просто надо продержаться? Может, не надо убивать? Ну, там я 40 человек завалил. Как-то здесь... Ой, стрёмно, если честно. Так. Бух ты, их очень много! О боже мой, они меня окружили! Бежим отсюда! Да, и тут идет. Вот сюда. Сзади! Уходим! Это капец какой-то. Это, они просто со всех сторон окружают. О, здесь смотри. Вот здесь они будут все с одной стороны заходить. Они же меня не смогут обойти. Пошел отсюда. Троих. А? Вы не пройдете здесь. Вы не пройдете. А как он сквозь забор-то пролез? О боже мой. Сколько их еще будет? У-ху! Сквозь забор прорвался. Читеры гребаные. Пошел отсюда, читер. Черт, смотри, они реально... Сколько их там? Они идут и идут. Это что за читерство? Причем идут со всех сторон, ребята. Я понял, мне надо продержаться. Давай еще кого-то завалим. И уходим. Так, и что? Подожди, я умер? То есть мне надо было их убить? Но это непростое задание. Я думаю, что на этом... Хотел сказать, победном, да, на этом поражении мы завершаем ролик, потому что это реально непросто, и я не знаю, как их всех убить. Их очень много. За 3 минуты. Ладно, ребятки, с вами был Воблер, оставайтесь на канале, будем пробовать. В следующем ролике постараемся их всех наказать. Пока.